Знаете, тихо, ночь. Вот ту ночь не эту, а ту ночь. Сильно долго лаяли собаки. 2 часа ночи. Я даже подумала, думаю, неужели это ходит? Конечно. Они зря лаять не будут никогда. Зря не было. Ну, так долго лаяли, около 2 вот так вот. Я уже и начала молиться. Это вполне может быть. Вот. Не эту ночь, а ту. Если долго будут лаять. Вот что мне делать, да? Звоните мне. Телефон. У меня твоего телефона вот нет. Пащенко есть. Или Пащенко звонит. Пащенко звонит, я приеду. Пойдем. Либо это может быть какой-то лифта или что-то там это пришло. Либо там. Ну главное, чтобы не. Может и люди какие-то. Запрос. Зря никогда не будет. И главное, у тебя лаяли, и вот здесь вот начали лаять. Не одна твоя собака. А кто это привез почту? А, это я. Наверное, это. Подойди-ка поближе, Игорь. Небольшое слово будет. Василиса, подойди поближе. А кто это приехал? Сергей приехал? От ним ребятишки в курсе. Запрос не задать. Сейчас я скажу, потом я дам. Их нет. Я немного хотел сказать сегодня об отдыхе. У вас какое-то странное, как называют, гипертрофированное понятие об отдыхе. Нет сегодня людей. 20-й праздник Преображения. Божественная литургия, причастие. Людей нету. Почему? А мы решили поехать отдыхать. Что для отдыха нужно? Для отдыха нужно, в первую очередь, молитва и друзья, семья. Возьми семью и с семьей выехай в поле. Кущи ставил Израиль. И узнаю, куда ездят. Горный Алтай. Ничего более сумасшедшего придумать даже нельзя. Я иду по вокзалу и вижу много с рюкзаками, и люди незнакомые совершенно. Я подошел и спрашиваю, а это что? О, наконец-то мы добрались. Мы с Санкт-Петербурга, эти с юга, вот эти люди с Италии, там называют где. Это у нас сейчас вместе приехали в Горный Алтай, едем. Это особое место связи с космосом, то есть сатана. В России более мощной дыры в преисподней нет, как Горный Алтай. И ваши из этой местности едут туда. Понимаете, там одна чертовщина. Это шаманизм. Но в других местах есть. В Бурятию не едут, только едут в Горный Алтай. Особое место связи. Блаватская знала это, Рерихи знали, а вы не знаете. Там едете в брачное время и зачинаете детей. Эти дети растут. В безбожье ко мне пожелаешь таких детей. Вы маленько это проанализируйте, посмотрите, что у вас делается. Стоим мы вот сейчас, посмотрите, какая трава. Вот я возьму здесь. Переполненная соком. Ровная местность. Одна зелень. Погляди вокруг. Русские березы, как называется, друзья. Ну надоело тебе ухаживать. Ну вот рядом. Елбан называется, когда окружают место такое вымытое. Где лага? Ну поезжай, вот рядом лес. В околках живем-то. И поехать куда-то отдыхать. Среди неверующих. Мало того, еще на пляже едут. Я уже не один раз говорил. Я это вижу в интернете. Ваши знакомые, наши члены общины выставляют себя. Шашлыки разные там устраивают и прочее. Голые ходят. Ну нормально это? Почему огня-то внутреннего нет, который попалил бы это все? Регулярно причащаются. А на деле, посмотри, вы знаете, о ком говорю? Примите меры какие-то, усильте молитву, их нету. И притом люди эти не враждебные, нет. А просто это уже вкоренилось. Они за это должны принести покаяние перед детьми, что дали дурной пример. Отдыхать, ехать из этого места, когда сюда со всего мира можно людей приглашать отдыхать.
чистой экологии. Ближайший завод на 150 километров в Барнаул. Ближе нету. Ни радиации, никакие испытания теперь не проводятся. Ходим босиком. Ездим искупаться. Ну, надо порыбачить этот день. Ну, соберитесь на соседнее озеро, пока здесь ничего еще у нас нету. Ну, ехать туда, где один сатана правит бал. И там ночевать еще будут. У нас в краевой администрации, я знал, притом, видимо, не один это человек. В администрации краевой он очень известный. Поехал туда. Нет по сегодняшний день. Нету. Другие вернулись и говорят. Но они стоят там, а я решил маленько отойти в сторонку там, по нужде-то. Гляжу, стоит человек, разделывает труп человека, разделывает, разрезывает его на моих глазах. Я полуживой, говорит, выполз оттуда добежать. Вам жизнь надоела. Большего, лучшего места для отдыха нельзя придумать. И скотина ваша с вами. Альберт Швейцер, лауреат Нобелевской премии. Перед тем, как поехать быть миссионером, закончил медицинский университет в Цюрихе, где он-то был. Мать, кажется, у него была француженка, а отец немец. К слову сказать, спросили, а какой родной язык? Он не мог ответить. Потом подумал и говорит, наверное, тот, на котором во сне разговариваю. И он нашел, что лучшего лечения нет, как вот палатка стоит прокаженная, лепра. И чтобы рядом с ним была коза его, что он любит. У человека неизлечимая болезнь, но ему нужно посодействовать, чтобы весь организм работал на удовлетворение. Ты не можешь быть доволен. Гляжу, утром собирается, машина выезжает. Я уже говорил, я не подхожу. Это люди мне очень близкие. Но плоды-то пожинать вы будете. Вы литургию сегодня здесь ничем не замените, никогда не замените, во веки веков не замените. Друзей таких вы там не видите. Не увидите лица родных и близких. Ну, соберитесь вместе один раз, решите, поставьте там осиновый кол на все эти измышления. Чтоб сатана там не делал, что он хотел. Ехать в Горный Алтай отдыхать. Я был в Горном Алтае, знаю. Но нас направили в командировки работать. Мы ездили туда, беседовали, свидетельствовали. Да, действительно так. Если ты сильный, мужественный, крепкий христианин, поезжай туда. Да не один. Забросьте туда десант. Мне один пишет, я уже стал приближаться из их среды. Ну вот я, говорит, зашел в храм. Он только зашел в храм. Отец у меня был шаманом. У ней, говорит, я хотел купить крестик. Только я подошел к кассе, у ней все иконы опрокинулись и упали. Это мне лично пишет человек. И я понял, наша вера сильнее вашей христианской. Мне там делать нечего. А если бы стояли не ради мамоны, просто иконы, этого бы не было. Он бы упал, и упал навзничь, опрокинулся бы. Но этого нет. Я беседовал с ними. На них нападает неописуемый ужас. Вот как сейчас у нас крещение принимают полное. И архиереи, и священники буквально в ужасе все. Отлучаем от причастия до смертного часа. То есть они не могут понять, что истинное погружение, крещение дарует духовное рождение. Но они на другом уровне это чувствуют. Хотя они грамотны, все академии окончили. Они как огня боятся правильного исполнения заповеди Божией. Кто? Православные архиереи, священники. Я каждый день получаю свидетельства от людей, которые нынче приняли крещение. Их преследуют, давят, требуют отчета. Они говорят, я согласен, я выйду. Священник говорит, сейчас с архиереем будет совещание. Он говорит, хорошо, я отвечу на ваши вопросы. Но только запомните, что я буду все это снимать на видео. И я, что вы со мной делаете, я Игнатию все сообщаю. Он, говорит, сразу погас и отошел, больше не стал еще говорить. Они, как огня, боятся информации, открытости, потому что там сатана. Сатана лжец. Он лжет, что можно ладошкой хлопнуть, и ты крещен. Не было этого никогда. И он, интересно, один человек мне говорит, ну а старообрядцев крестят все в полное погружение, а почему тогда такие упрямые, твердолобые не идут? Но учения нет. Их родили и бросили, выброшенные младенцы. Да, они родились, правильно крещеные. А на учения-то нет, Библия-то ни на каком месте, вообще ни на каком. Значит, что нужно родить и воспитать, кормить его. И тогда вот туда не ехали.
Если до вас я достучался, считайте, что не напрасно сегодня мы были в храме. Богу нашему слава, во веки веков. Отошел. О, пока говорю, сколько есть. Я только говорю.